Да, вот такие у нас красивые места в горах. Село Нихолой. Она, когда период созревания, она была желтого цвета, но у нас ее кушают, когда она уже мягкая, коричневая. Вот эти вот домики, да, вот там снимаешься, и там пушничок. Там сюда. Дим, какие ощущения? Ощущения свежего кислорода, уже голова не болит. Да. Thank you.
Да. Эй, Маша, Алла. Thank you.
мать, все, шерится. Ну, гости из будущего, что скажете о нашем чеченском колоре? Даже 42 года, первый раз здесь, не только я. Thank you.